Этот чемпионат знаковый и привычный для Бреста. После того, как копилка спортивных наград и достижений Брещины пополнилась олимпийской медалью Юлии Нестеренко, в городе над Бугом стартовал открытый чемпионат Брестской области по легкой атлетике на призы олимпийского лидера. Начало было положено в 2005 году. Такого спортсмена, как Юлия Нестеренко, в легкой атлетике в Брестской области пока нет из нашего нового поколения. Поэтому этот турнир очень символичный, ведь Юлия Нестеренко, она не просто выиграла медаль, она не просто прославила нашу родину, она показала всем спортсменам, что можно достичь того, что в принципе считалось невозможным. Она открыла для спортсменов новые горизонты и дала веру в то, что золотая медаль доступно каждому. Сегодня традиционное соревнование объединило свыше 120 атлетов разной возрастной категории. Количество участников, со слов организаторов, уже говорит о многом. Борьба за лидерство и почетные награды развернулась по нескольким видам. Бег, толкание ядра, прыжки в длину и с шестом. Сегодня Брестская область в своих рядах только детские спортивные школы насчитывают 5500. Мы в этом плане, хотя область маленькая, занимаем первое место. И за последние 3-4 года нам удалось не упасть, а наоборот почти на 1000 человек занимающихся стало больше. Наверное, эта цифра может говорить о популярности легкой атлетики. За 12 лет проведения чемпионата, несомненно, менялось многое, но неизменным было и остается одно. Для каждого молодого спортсмена данное состязание означает не только приобретение спортивного опыта, но и знаменует борьбу за почетный трофей от легенды белорусского спорта. Престижно и всегда вдохновляюще. Все прекрасно знают, кто такая Юлия Нестеренко, чего она достигла. И я думаю, что именно коронная ее дистанция 100 метров, ребята и девушки, которые будут участвовать на 100 метров, я думаю, что это вдвойне им будет приятно. Недаром легкая атлетика называется королевой спорта. Этот вид был и остается сегодня одним из самых массовых и востребованных. А амбициозности, планов, целеустремленности и упорству юных звезд легкоатлетики можно только позавидовать. Для меня это большая честь выступать на таких соревнованиях. Хочу в дальнейшем тоже быть как Юлия Нестеренко. Ну, конечно, то можно лучше даже. Виктория Сащенко, Эдуард Бакунович и Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.